знаете, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в сегодняшней программе. Конгресс США рассмотрит возможность включения российских медиаперсон в список Магнитского. Обращение пенсионерки к президенту России повысить пенсию возымело обратный эффект. И новая русская мечта – 3000 километров на тракторе в Крым. Передаем слово Прагин. Сергей. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Голодовка. Последняя надежда быть услышанными. Сегодня в России ее начали 6 человек валютных ипотечников. Из-за обвала рубля люди потеряли возможность расплатиться с долгами. Голодающие протестуют против отказа правительства принимать закон о реструктуризации переводе валютных кредитов в рубли. Екатерина Бучнева. Поможешь тебе? Мечта о собственной квартире обернулась для Ольги Панжинской настоящим кошмаром, как и для десятков тысяч других семей. Задолженность россиян по валютным ипотекам около 150 миллиардов рублей. Сумма просроченных выплат достигла почти 20 миллиардов. С падением рубля для многих заемщиков обслуживание кредитов стало невозможным. Я на свои силы в такой ситуации рассчитывать точно не могу. Мы с мужем оба работаем, зарплату нам выплачивают стабильно, но... Если вспомнить, произошел обвал рубля в 2 с лишним раза. А наш доход ни при каких даже фантастических предположениях не повысится в 2,5 раза. Пострадавшие просят помощи государства. В понедельник Всероссийская ассоциация валютных заемщиков уже в 3-й раз обратилась к президенту с просьбой принять закон о реструктуризации ипотечных кредитов. Центробанк еще в январе рекомендовал коммерческим банкам перевести их в рубли по докризисному курсу, но многие отказались. Значит, если мы зафиксируем курс, например, 39, о чем говорилось в рекомендации Центробанка, мы понимаем для себя, что это убытки порядка 2,5 миллиардов рублей чистого убытка. Понятно, что такой убыток может быть только за чей-то счет. Мы принять на себя такой размер убытка не можем. Коммерческие банки предлагают свои программы реструктуризации, но ни одна из них, по словам заемщиков, не решает проблемы. А некоторые должники и вовсе потеряли связь с банками. Банк, он не отвечает на письма, он, если что-то заявляет, то только устно. То есть ничего этого доказать невозможно ни в суде, если бы мы обращались в суд, да, или будем обращаться в суд. Правительство разработало программу помощи, по которой будет возмещать банкам половину ежемесячного платежа или 50% убытка при конвертации валютного кредита в рублевый. Однако получить такую поддержку смогут не все, а лишь самые нуждающиеся. Общий фонд соцпрограммы – всего 4,5 миллиарда рублей. По расчетам ЦБ, на них могут рассчитывать около 2000 человек. Ну и число голодающих в России, судя по прогнозу МВФ, может увеличиться. Главные мировые экономики в этом году будут расти. Россию ждет рецессия, так прогнозируют экономисты. Если в январе они полагали, ВВП страны сократится на 3%, то теперь их прогноз почти 4%. Причину этого, как говорят в МВФ, сразу несколько. Мы считаем, что в стране неблагоприятный бизнес-климат. Сильное отрицательное влияние на экономику оказала цена на нефть. Именно поэтому мы прогнозируем рецессию в России. Это «Настоящее время». Продолжаем. Хлеб, плавленый сырок и молоко – вот все, что может позволить себе на обед бывший учитель физики из Самары. Нелли Сироткина неоднократно обращалась к властям с просьбой повысить в России пенсии понемногу всем одинаково, а не адресно. В результате выплаты женщине, наоборот, урезали. Пенсионерка ждет завтрашней прямой линии с президентом. Говорит, все равно попробую дозвониться. Быть может, Путин услышит. Корреспондент «Радио Свобода» Александра Сергеева. Нелли Сироткина 3 последних года просит главу государства увеличить выплаты всем пенсионерам. Причем сделать это справедливо. Она несколько раз обращалась на прямую линию с единственным вопросом. Можно ли прибавить пенсию, но чтобы всем одинаково? Вы однажды, говорю, прибавили 300 рублей. Было так замечательно, всем одинаково. В июле прошлого года Нелли Сироткина написала письмо президенту и передала его через помощников самарского губернатора. А через несколько месяцев получила ответ из пенсионного фонда. Выплаты настойчивой женщине уменьшили почти на 700 рублей. Неправильно, незаконно получали лишние деньги за то, что вам считали в трудовой стаж учебу в ВУЗе. А при Советском Союзе оно было именно так, у всех абсолютно. Вот. И поэтому мы снижаем вам пенсию на 700 рублей.
Я вообще вся больная упала, думаю, это уже второй раз. Нелли Ивановне пенсию уже понижали в конце 90-х. Тогда изменилось законодательство, и годы учебы в ВУЗе перестали засчитывать в трудовой стаж. Постановление об исключении годов учебы в институте из трудового стажа вступило в силу в 98-м году. Тогда многие пенсионеры лишились нескольких надбавок. Но Нелли Сироткину изменений не должно было коснуться. Она ушла на пенсию в 95-м году. Потому что раз юридическое обратной силы не имеет, меня и первый раз не должны были трогать. С октября прошлого года пенсионерка обращалась во все инстанции. В приемную партию «Единая Россия», к уполномоченному по правам человека в регионе, главному федеральному инспектору. Попыталась снова попасть на прием к губернатору, не получилось. Чиновники переправляли ее запросы в пенсионный фонд. Сейчас у Нелли Ивановны уже целая коллекция ответов от фонда. Женщине даже пригрозили, что ее могут вообще попросить вернуть деньги, начисленные за годы учебы. Сейчас пенсия у бывшей учительницы физики – 6200 рублей. Половина уходит на квартплату. Но на соцподдержку пенсионерка рассчитывать не может. Узнала прожиточный минимум, он на 50 рублей меньше. То есть вот у меня 6200, а вот там было 6150. То есть я уже не могу не обратиться ни за помощью, ничего, потому что у меня на 50 рублей выше прожиточного минимума. На жизнь у Нелли Ивановны остается около 3000 рублей. Ее ежедневный рацион – плавленый сырок и хлеб, иногда молоко. Экономить нужно каждую копейку. Нелли Ивановна ухитряется с пенсии откладывать на похороны. Одинокая женщина не рассчитывает на государство. Сейчас Нелли Ивановна ждет прямой линии с президентом. Вопрос к Владимиру Путину у нее все тот же. Его она и собирается задать. Можно прибавлять пенсию всем одинаково или нет? У него один раз было уже такое прибавление. Все были очень довольны. Почему вообще удивительно, пенсионный фонд связался с нищими-то? Господи, что мы им тут такое сделали? Конечно, я не верю, но не важно, думаю. Но сейчас-то уж, собственно говоря, мне только смерть угрожает, можно и заниматься. А прямо сейчас передаем слово коллегам в Вашингтон. Когда вернемся, расскажем о новой русской мечте. Преодолеть 3000 километров из Екатеринбурга в Крым на тракторе. Вот к чему приводят плохие дороги, отсутствие денег и желание увидеть море. Наташа, эфир ваш. О чем говорят сегодня по ту сторону океана? О слушаниях в Конгрессе, посвященных российской пропаганде. Продолжайте. Спасибо, Сергей. В Конгрессе США действительно сегодня проходят слушания, посвященные роли российских СМИ в дестабилизации Украины и Восточной Европе, а также эффективности американского правительственного вещания в противодействии пропаганде. Конгрессмены намерены обнародовать список российских медиаперсон, которые, по их мнению, занимаются агрессивной пропагандой и отравлением умов населения России. Эти имена могут пополнить список Магнитского. Один из авторов перечня, оппозиционный политик Владимир Карамурза-младший, выступает сегодня на слушаниях. Мы спросили его, в чем задача списка. Вы знаете, ну вот та пресловутая атмосфера ненависти, атмосфера нетерпимости, которая сделала возможным расстрел лидера российской оппозиции в 100 метрах от Кремлевской стены, она ведь создалась не сама по себе. Ее месяц за месяцем, год за годом создавали конкретные люди с конкретными именами и конкретными фамилиями. Язык не поворачивается назвать их журналистами, так же, как, наверное, сложно назвать журналистом Юлиуса Штрейхера, который был осужден Нюрнбергским трибуналом. Это люди, которые, используя свою государственную трибуну, фактически госслужащие, травили, шельмовали лидеров российской оппозиции, называли их врагами, предателями, пятой колонной. Это люди, которые год за годом отравляли умы и души миллионов российских телезрителей. И в этом смысле они, например, несут точно такую же ответственность за ту кровавую бойню, которая происходит на востоке Украины, как и те, кто непосредственно отдают приказы и нажимают на курок. При жизни Борис Немцов много раз говорил о том, что путинские пропагандисты заслуживают того, чтобы попасть в санкционные списки, чтобы им был запрещен въезд в страны демократического Запада. Так получилось, что первый список, который вот сегодня на слушаниях в американском конгрессе обнародовал Эдвард Ройс, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, этот список включает в себя тех, кто непосредственно участвовал в травле Бориса Немцова на федеральных государственных телеканалах. На языке юристов это вообще-то называется подстрекательством. В этом списке конкретные примеры с конкретными датами, хронометражом, когда вот эти вот фактически госслужащие, используя свою федеральную трибуну, называли Бориса Немцова, лидера российской оппозиции, врагом, предателем, пятой колонной.
и так далее, и так далее. В этом списке самые одиозные российские пропагандисты сегодняшние — это и Дмитрий Киселев, и Константин Семин, и Владимир Соловьев, и глава НТВ Владимир Кулистиков. Минутой молчания и звоном колоколов в Бостоне почтили память жертв теракта на бостонском марафоне 2 года назад. Взрывы двух бомб, которые заложили на финише марафона братья Царнаевы, унесли жизни 3 человек и ранили свыше 250. В этом году марафон запланирован на 20 апреля, и местные власти предпринимают все необходимые меры безопасности. Президент Обама объявил о намерении исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом он сообщил Конгрессу. У законодателей есть 45 дней для того, чтобы заблокировать это решение. Госсекретарь Джон Керри отметил, что обстоятельства изменились с тех пор, как Кубу внесли в список из-за ее действий по продвижению в Латинской Америке вооруженной революции. Госдепартамент постановил, что за последние 6 месяцев Куба не оказывала никакой поддержки международному терроризму, а также заверила США в отсутствии таковых намерений в будущем. Если решение президента не будет оспорено, в скором времени Гавана и Вашингтон смогут обменяться послами. Конгресс США стремится закрепить за собой роль в международных переговорах с Ираном, которые должны завершиться до конца июня. Сенатский комитет по иностранным делам единогласно утвердил законопроект, согласно которому любое окончательное соглашение с Ираном по ядерной программе подлежит утверждению Конгрессом в течение 30 дней после его подписания. На протяжении этого периода никакие санкции, введенные Конгрессом против Тегерана, не могут быть отменены. Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул сегодня, что его страна ведет переговоры об окончательном ядерном соглашении с 6 странами-посредниками, а не с американскими конгрессменами. Цитата из доклада Совета американской разведки. «Ядерные амбиции США и России направлены в противоположные стороны. В то время как США стремятся сократить стратегическую роль своего ядерного оружия, Россия развивает все новые концепции и ищет возможность повысить роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности». Напоминание одновременно угрозу известного ведущего российского государственного телеканала о возможности превратить Америку в радиоактивный пепел в Вашингтоне наконец услышали. Репортаж Александра Панова. В элитном клубе «Капиталистский холм» собрались военные эксперты, представители оборонной отрасли и офицеры ВВС. Публичные угрозы российских политиков и военных, связанные с ядерным оружием, начиная с 2007 года, звучат регулярно. Россия проводит военную модернизацию, в том числе и ядерную, а число военных учений непрерывно растет. Только в этом году их запланировано 4000, в том числе 120 с участием войск стратегического назначения. Аннексия Крыма и события на востоке Украины делают ядерную риторику особенно опасной. Ядерная угроза со стороны России реальна, но пугает не столько развитие военных программ, сколько постоянные разговоры о ядерном оружии. В последние 2 года они достигли своего пика. Например, угроза нацелить ядерные ракеты на боевые корабли Дании. Это что, такая дипломатия? Об этом заявляет российский посол. Я не думаю, что как-то утром Путин может проснуться и решить начать ядерную атаку, но он может просто потерять контроль над событиями. Опасно то, что никто здесь всерьез этого не ждет и не готовится, а речь идет о ядерном оружии и ядерной угрозе. Параллельно с развитием тактического ядерного оружия ускоренными темпами идет разработка межконтинентальных баллистических ракет. Проект «Сармат» призван заменить комплексы «Воевода». И это делается, несмотря на очевидные экономические трудности страны и падение реальных доходов граждан. Американские эксперты убеждены, что в той или иной степени Россия нарушает весь набор существующих соглашений в этой области. Москва обвинения отвергает. Новых переговоров по ядерному разоружению между странами не предвидится. Зато предвидится, что следующий американский президент займет более жесткую позицию по отношению к Кремлю. Российская ядерная угроза реальна. Во-первых, российские власти верят в то, что опасности гораздо больше, чем в реальности. Второе. Это правительство может политически выжить, только расширяясь, неся имперскую угрозу другим, включая Украину и государства Средней Азии. И третье. Империя – значит война. А когда вы двигаетесь в сторону военного конфликта или уже находитесь в остром политическом конфликте, неминуемо возрастает опасность ошибки, ведущей к ядерному инциденту. В разделе внешней политики Россия, безусловно, станет одной из главных тем президентских выборов в будущем году. Однако военные эксперты опасаются, что уже в ближайшее время боевые действия в Украине могут возобновиться, а значит, Россия и Путин неизбежно вернутся в заголовки американских новостей. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. 4 месяца без зарплаты. Так и не получив 96 миллионов рублей, строители космодрома Восточной в Амурской области написали необычное письмо Путину. Далее эфир из Праги. Сергей.
Так и есть, Наташа. Письмо они написали на крышах своих бытовок, домиков для строителей. Уважаемый Путин, спаси рабочих, хотим работать, вывели белой краской сотрудники Тихоокеанской мостостроительной компании. Причиной невыплат на сайте предприятия значится тяжелая финансовая ситуация. Кто-то взывает к властям, а кто-то уже ничего не ждет и рассчитывает только на себя. Так Александр Лаптев из Свердловской области планирует отправиться в отпуск в Крым на своем тракторе с прицепом-вагончиком. Екатерина Пономарева. Этакая New Russian Dream. Никаких кондиционеров и биотуалетов. Автодом на колесах по-русски напоминает скорее избу, ну или боевую машину. Да и сам марш-бросок в южном направлении он посвятил 70-летию Победы. По нему будем затаскивать запчасти, запасные колеса, то есть даже если у нас чересчур тяжелый груз, мы цепляем лебедку и обратно используем как лебедку, уже как затягиваем груз сюда. Запчасти для трактора займут добрую половину вагончика. Вторая часть деревянной конструкции, как купе со сколоченными полками, где можно будет отсыпаться после долгих переездов. Свой дом на колесах Александр с товарищем мастерили почти год. Из деталей для прицепа и деревянных щитов. Вдохновлялись путешественники одной мыслью. Крым теперь и их тоже. И они, наконец, впервые в жизни увидят море. Ну, примерно нарисован. Уже, я как бы тут думали. То есть Екатеринбург, Уфа примерно, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону и дальше на Крым. Для обычного человека такое путешествие все-таки испытание. Ведь Александр с товарищем подсчитали, что проведут в этой кабине за все путешествие около 3000 часов. В тракторе сильно трясет. Скорость он развивает не больше 40 км в час. Но все эти лишения, признаются авторы идеи, того стоят. Путевки слишком дорогие. А трактор на российских дорогах, которые оставляют желать лучшего, самый подходящий транспорт. Скорость не значит сила. То есть трактор — это сила. То есть меньше скорость, больше сила. То есть мы можем пройти не по федеральным даже трассам, а через деревня где-то сократить путь. Где-то через броды пройти, через речку. То есть тут вообще неограниченное пространство, где можно ездить на тракторе. Впрочем, первое испытание на прочность трактор дом провалил. На одном из ухабов прицеп просто оторвало от конструкции. Но все недочеты товарищи обещают исправить. Они всерьез намерены отправиться на отдых уже через месяц. И вряд ли их что-то способно остановить. Ну, разве что бюрократические проволочки. Творение нужно зарегистрировать в ГИБДД. Под нынешним номером «Санек» трактор до Крыма рискует не доехать. Екатерина Пономарева, «Для настоящего времени». А в Екатеринбурге разгорается буквально международный скандал. За день до открытия закрыли музей, где должна была пройти фотовыставка «Триумф и трагедия. Союзники во Вторую мировую войну». Собирать экспозицию единственному на Урале музею фотографии дома Митенкова помогали консульства Великобритании и Соединенных Штатов. Именно это сотрудничество, пишут местные оппозиционные издания, и стало причиной срыва выставки. По официальной версии, музей закрыли едва ли не на капитальный ремонт. Городские власти вдруг вспомнили, что зданию 19 века нужен срочный уход. Впрочем, по данным неофициальных источников, в местных силовых структурах причиной срыва выставки носит далеко не бытовой характер, скорее политический. Они уверяют, музей закрыли под давлением ФСБ России. Силовикам не понравилась ни тема выставки, ни то, что в подготовке участвовали консульства США и Великобритании. От официальных комментариев отказываются все участники этой истории. Научные сотрудники дома Митенкова объясняют нежелание говорить тем, что пытаются сейчас, цитирую, «хоть как-то сохранить музей». Выставка состоит из знаковых военных фотографий американских и британских фотографов. В подборке есть кадры, снятые во время Второй мировой войны в Тихом океане, Северной Африке, Европе. Среди них известнейшие снимки Роберта Капы о высадке десанта в Нормандии и Джорджа Нталя. Сейчас консульство США в Екатеринбурге ищет новую площадку для экспозиции. Рекордное число просмотров в интернете и цитирование в СМИ. Такой факт – результат творческого отношения к борьбе с российской пропагандой в Украине. Они переделывают известные киноленты, мультфильмы и видеоклипы. Свою миссию участники молодой украинской группы «Мирко Саблич» видят в том, чтобы иронично прямо отвечать на контент российских федеральных СМИ. В сети появился новый хит от «Мирко Саблич». Толпы экстаз, гибель стены, вошло в кураж. Вот так перепевают песню члены «Единой России» и лидера любимой группы Владимира Путина Любе Николая Расторгуева в клипе украинской группы «Мирко Саблич». Восстанет, восстанет Донбасс.
Мы считаем наш проект контрпропагандистским. Наша потребность артикулировать в песенной форме ответ на пропаганду существует в украинском обществе, и мы это чувствуем. Донбасс, воспрянет, воспрянет Донбасс. Браты украинцы, молятся за нас. Донбасс на коленях не будет стоять, вам киборгов дух не сломать. Вновь время эфира из США. Наташа, продолжайте. Спасибо, Сергей. Небольшая новость со слушания Комитета по внешним связям Палаты представителей. Перечень российских медиаперсон, которые могут попасть в санкционный список США, будет рассмотрен в Конгрессе на следующей неделе. Между тем, британская служба контрразведки Ми-5, которая была создана в 1909 году, вновь становится темой обсуждения в Вашингтоне. Едва ли не самая загадочная личность в ее истории – это Роджер Холлис, который возглавлял спецслужбы на рубеже 50-х-60-х. До сих пор, спустя 42 года после его смерти, многие на Западе подозревают Холлиса в том, что, будучи главой секретного ведомства, он одновременно являлся советским шпионом. В Вашингтоне собрались авторитетные эксперты, которые попытались приоткрыть завесу таинственности над одним из наиболее давних и запутанных дел, имеющих отношение к британской, советской, американской разведке. Рассказывает Вадим Оленичев. Главным предметом обсуждения на конференции, прошедшей в Вашингтонском институте мировой политики, был шестой по счету директор британской службы контрразведки Ми-5 Роджер Холлис. Бывший сотрудник австралийской разведки Пол Монк, открывший форум посредством интернет-моста, назвал историю Холлиса самым увлекательным из всех глухих дел в хронике Холодной войны. Более того, есть основания полагать, что Роджер Холлис был той самой фигурой, которая стояла за знаменитой Кембриджской пятеркой. Так впоследствии прозвали ячейку из пяти советских шпионов, куда входил и легендарный Ким Филби. Но советские, а затем российские органы всегда хранили по этому поводу молчание. В разное время появлялись люди, предоставлявшие нам материалы КГБ. Один из них даже имел отношение к данному делу. Но дело Холлиса еще далеко от завершения, и его расследование может продвигаться разными путями. Роджер Холлис начал свою карьеру как журналист. Однако, как рассказал психолог Дэвид Чарни, тогда, в 30-е годы, молодежь на Западе сильно привлекала романтический образ борьбы с коммунизмом, фашизмом и прочими измами 20 века. Роджер Холлис активно включился в эту борьбу, стал разведчиком, в итоге дослужился до директора спецслужбы и был посвящен в рыцари британской короны. Однако в те же годы целый ряд секретных операций Ми-5 против СССР закончился подозрительным провалом. У британских властей возникло убеждение, что в их разведке действует двойной агент. Бывший сотрудник Ми-5 Питер Райт в конце 80-х опубликовал книгу о своей работе под названием «Ловец шпионов». В ней он четко называет Роджера Холлиса советским шпионом, опираясь, в частности, на его сомнительные контакты с резидентами Кремля за границей. Но к моменту выхода книги директора Ми-5 уже давно не было в живых, и запутанное дело надолго застопорилось. Для молодых людей, поступающих в разведслужбы, важно понимать, что баланс между обеспечением безопасности и гражданскими свободами, правом человека отстаивать свою репутацию, очень хрупкий. Здесь важно не только то, был ли Холлис двойным агентом, но и то, насколько оказалась испорчена его жизнь, если он все-таки был невиновен. Дело Холлиса остается нераскрытым. Еще один докладчик, профессор Чарльз Творди из университета Джорджа Мейсона, рассказал о книге по истории службы Ми-5, впервые опубликованной в Великобритании 4 года назад. Ее автору, Кристоферу Эндрю, был предоставлен эксклюзивный доступ к архивам ведомства. В своем труде Эндрю делает противоположный вывод. Директор Ми-5 вовсе не был советским шпионом, а стал жертвой совпадения неподтвержденных косвенных улик. Как мы видим, запутанных интриг и прочих неясностей в деле Роджера Холлиса более чем достаточно. Пролить свет на многие аспекты дела могли бы российские спецслужбы. Однако, учитывая нынешние не самые доверительные отношения США и России, рассчитывать на это в ближайшие годы не приходится. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Вновь возвращаемся в Прагу. Сергей? День любви отмечают сегодня в Грузии. Такой праздник в свое время учредили по инициативе деятелей местного шоу-бизнеса в качестве альтернативы Дню Святого Валентина. И вот постепенно праздник оброс традициями, атрибутикой, сообщает ресурс новости Грузии. Цветы, шоколад и воздушные шары в виде сердечек – это главные подарки любимым. Столики в ресторанах в этот день бронируют заранее, а шеф-повара соревнуются в умении удивлять. Но грузинская кухня – это сам по себе праздник, причем не только в День любви. Рассказывает Зураб Двали. Здравствуйте!
Меня зовут Зураб, вас как зовут? А мне Вахтанг Абашидзе. Вахтанг Абашидзе, настоящая княжеская фамилия. А на что ловим? Мы ловим на курицу. На курицу? Они избаловали эту рыбу, они ловят на филе курицы. А, поймал, тавритку поймал. Опа! Итак, дорогие друзья, мы находимся в Гудауре, в самом популярном зимнем курорте Грузии, расположенном на южном склоне Большого Кавказского хребта на высоте свыше 2150 метров. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Откуда вы к нам приехали отдыхать? Ростов-на-Дону. Ростов. Ну, практически соседи, так. Ну, да. Да, в самом деле. Первый раз в Гудауре или были? Да, первый раз. Как вам нравится здесь? Нам здесь потрясающе. Очень нравится. Из грузинской кухни удалось попробовать? Конечно. Вот что удалось попробовать? Хачапури по-аджарски. Я просто в восторге. Возле грузинской печи тонык ароматный грузинский хлеб, который называется тедиспури. Вот посмотрите, как он хрустит. Не знаю, это просто с чем-то. Вот это и есть тот самый зал, где проводятся абсолютно уникальные грузинские свадьбы. Ну что ж, лет 100 тому назад в грузинских княжеских домах вот так все и происходило. С такой красотой, с таким вкусом. Это «Настоящее время». Продолжаем из Грузии через Прагу в Вашингтон. Наташа. Отношение американцев к марихуане претерпело за последние годы серьезные изменения. В 2006 году сторонников легализации было всего 32%. Сегодня, согласно новому опросу Центра Пью, их 53%. При этом мнение улицы отражается также в законодательстве. С недавнего времени, например, в Вашингтоне, всем совершеннолетним разрешено иметь при себе небольшое количество марихуаны, делиться ей и выращивать до 6 кустиков для личного пользования у себя дома. Однако курение, покупка и продажа все еще запрещены в общественных местах. Наш корреспондент Дебора Блок побывала на двух мероприятиях по обмену семенами каннабиса. Глядя на эту очередь, можно подумать, что все эти люди пытаются попасть на рок-концерт. Однако все они пришли в этот ресторан в Вашингтоне, чтобы обменять семена марихуаны. Пэт Томпсон говорит, что курит марихуану на протяжении 47 лет. Нам разрешили курить траву, но не покупать ее. Спонсоры мероприятия выступили организаторы компании DC Cannabis, которые выступают за легализацию марихуаны. Людям нужно место для курения. Например, было бы здорово, если бы нам разрешили курить здесь, вот на этой улице. Пончо Попкорн говорит, что эта инициатива поможет вырастить свою собственную марихуану. Они не хотят, чтобы люди покупали траву у местных наркоторговцев в темных переулках. Решение простое – позволить людям самим выращивать растения. Лидио Араис принес семена, однако он утверждает, что не употребляет марихуану, а семена достались ему от друзей. Надеюсь, в Вашингтоне тоже скоро все легализуют. Вот я и пришел обменять семена. Некоторые пришли сюда, потому что курение марихуаны им прописали врачи. Такое употребление было легализовано в столице 5 лет назад. Джейсон Дрохерн говорит, марихуана помогает ему при диабете. Конечно, марихуана не решает проблем, ведь это все-таки наркотик. Но курение помогает мне справляться с ежедневным стрессом, который сопровождает человека с хронической болезнью. Многие присутствующие не хотели, чтобы снимали их лица. Лоуренс Томас не из их числа. Он рассказал, что уже давно выращивает каннабис. За растениями нужно хорошо ухаживать. С душой. Если вы на это не способны, то я бы посоветовал вам не заниматься этим делом. Только зря потратите время и деньги. Представители компании Drug Policy Alliance, которая выступает за либерализацию правил употребления марихуаны по всей стране, надеются, что подающее надежду движение распространится по всей территории США. Несмотря на то, что в соответствии с федеральным законом США иметь при себе марихуану считается незаконным. Такая вот неоднозначная тема. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до завтра и благодарим наших коллег в Праге. Спасибо, Сергей. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.